Приближается один из знаменательных праздников нашей страны – День Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого события учащиеся средней школы номер 8 вместе с педагогическим составом организовали праздничное мероприятие и пригласили на торжество ветерана Великой Отечественной войны Зиявдина Лабазанова. Непростое суровое время детства закончилось для многих юношей и девушек очень рано. До конца не отучившись, прямо со школьной скамьи шли на фронт. В их числе был и Зиявдин Лабазанов, отправившись на войну 16-летним мальчишкой, считая высшей ценностью защиту родной земли. В конце мероприятия ветеран высказал слова благодарности и признательности педагогическому коллективу школы за оказанное внимание. Обращаясь к подрастающему поколению, подчеркнул, что молодежь не должна забывать о тех, кто ценой своей жизни подарил светлое будущее всему человечеству. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».